сдуло рекламный щит в Чепецке. Nissan сбил скейтбордиста. Логан 3/6 лег на крышу. И у Ромы угнали семерку. Привет, друзья! Это место происшествия. Мы собрали для вас самые лучшие видео и новости к этому часу. А кому покажется мало, милости просим к нам в соцсети. У нас есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал. Сегодня днем, пока в Кирове у ботанического сада тонула лада, в Кирово-Чепецке ураганный ветер уничтожил рекламный баннер. Стихия полностью разрушила конструкцию, обломки упали на землю. Известно, что ни машины, ни люди не пострадали, сейчас идут восстановительные работы. А в Кирове возле дома печати водитель Кашкая сбил 16-летнего скейтбордиста. Подросток с красной доской в руках увидел, что на перекрестке образовался затор. Парень решил в это время перебежать дорогу на красный сигнал светофора и попал под удар кроссовера. Момент ДТП зафиксировали сразу две камеры. Очевидец на регистратора сначала снял нарушение водителя фуры и пешеходов. Вот шофер во время затора выехал на перекресток и создал опасную ситуацию. Часть прицепа осталась на перекрестке. К тому же машина перегородила обзор пешеходам и водителям. Вот видно, как женщинам уже не терпится перейти дорогу на красный сигнал. Одна из них уже встала на проезжую часть, но не решилась пойти, ведь большой груз пришлось бы долго обходить. Встала, пешеходы никак не пройдут. Здесь надо прийти. А вот 16-летний скейтбордист решился пойти на красный. Ой-ой-ой. Твою мать. Пешеход и водитель Кашкая из-за фуры не увидели друг друга. Ко всему прочему, подросток перед ударом ускорился. После наезда скейтбордисту уже было не до катания на доске. Вот он на видео. От боли схватился за живот. Спустя несколько минут подъехала машина реанимации. Медики хотели оказать подростку помощь, но, судя по всему, от нее он отказался. В результате происшествия пострадавших людей нет. По факту ДТП проводится проверка. Еще спустя несколько минут подъехали сотрудники ДПС. Они составили схему аварии и взяли объяснение с водителя. Подросток же теперь наверняка запомнит, насколько опасно переходить дорогу на красный сигнал. Сергей Пичугин, место происшествия. Видно, что подросток усвоил урок, что на скейтборде дорогу лучше не переезжать. Сейчас осталось только подтянуть знания по определению сигнала светофора. На Октябрьском проспекте на крыше оказался Renault Logan с дьявольским номером 3/6. На перекрестке с улицы Азина в иномарку врезался водитель 99-й. По словам инспекторов, в Логане никто не пострадал, а вот в Ладе травмы получила пассажирка. Как произошло ДТП, в нашем следующем материале. За рулем Логана был 45-летний дворник. Мужчина мчал по Октябрьскому проспекту в сторону улицы Некрасова. По предварительным данным, пилот на Рено пытался проскочить этот перекресток на красный сигнал светофора. Эту ошибку ему не простил водитель 99-й, который выезжал с улицы Азина. Красный сигнал, удар и переворот. Для водителя 99-й Аркадия все произошло как один миг. Он выезжал на зеленый, а тут Рено. Зеленый светофор, сигнал светофора. А этот нес на красный. Торможен уже не успел, в него въехал правый бок. После удара 99-ю развернуло, а Логан оказался на крыше. Травмы в аварии получила 50-летняя пассажирка «Лады». Женщина не пристегнулась ремнем безопасности и разбила головой лобовое стекло. Вероятный виновник ДТП – 45-летний дворник на Логане от комментариев отказался. По данным ГИБДД, оба водителя были трезвые. Михаил Вагин, место происшествия. Теперь гонщика на Логане ждет ремонт автомобиля за свой счет. Возможно, после этого случая мужчина задумается, стоит ли в следующий раз ехать на красный сигнал. Ночью на улице Клоновской произошел дерзкий угон ВАЗовской классики. Неизвестные разбили стекло, завели семерку и уехали из Кирова. Владелец классики Роман пропажу обнаружил утром и тут же обратился в полицию. Оперативники зафиксировали путь угнанной «Лады». Судя по фото, в салоне ехали двое мужчин. Сейчас заднеприводный седан мчится в сторону Сыктывкара.
Меня зовут Рома. Сегодня ориентировочно в 2 часа ночи с улицы Хлыновской, дом 5. У меня угнали мой автомобиль темно-зеленого цвета ВАЗ-2107. У автомобиля была бита задняя левая дверь и значок чайника на заднем стекле. Ориентировочно автомобиль в 9 утра был в поселке Даниловка около Мурашей и двигался в сторону Сыктывкара. Если кто-то что-то знает, обратитесь в полицию. Спасибо. Друзья, давайте поможем Роме найти его ласточку. Кто что знает, напишите или позвоните Роману по номеру на экране. Помог подростку приобрести велосипед 19-летний житель Кирова на улице Энтузиастов. Молодой человек присмотрел возле дома транспорт, перекусил инструментом тросик, а потом его 17-летний приятель Кирилл со счастливой улыбкой поехал домой. Похитителя задержали и взяли у него первое в жизни криминальное интервью. За что в полиции оказались? За кражу велосипеда. Андрей не похож на вора, скорее на 19-летнего застенчивого юношу, который, судя по маникюру, все еще пребывает в детстве. Возможно, поэтому он с прибольшим желанием вызвался осуществить мечту своего друга-подростка Кирилла. Тот хотел велосипед. Мы остановились, посмотрели, посидели около его, присматривались. Подъезда. Приехал я на своем велосипеде, рядом встал. Он взял что, плоскогубцы эти. Андрей на криминальное дело приехал на своем велосипеде. Он взял у Кирилла инструмент и перекусил тросик. И сам шел к своему велосипеду, а он его взял, и мы поехали, так сказать, в половку его. Ставить и все. Украденный транспорт принадлежит 29-летней кировчанке. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей. Хотим напомнить, что специальные замки тросики не гарантируют сохранности вашего имущества. Приятели не судимы ранее, но теперь у них такая перспектива появилась. Возбуждено уголовное дело по статье «Коллективная кража». Ответственность до 5 лет лишения свободы. Сергей Пичугин, место происшествия. После этого уголовного дела Кирилл и Андрей теперь вряд ли останутся друзьями. Наши зрители и подписчики прислали записи с видеорегистраторов. Мы собрали топ народных роликов за сутки. Итак, на южном обходе Кирова в одном видео два примера, как правильно и неправильно поворачивать налево. Водитель «Фольксвагена» выполнил маневр идеально и в ДТП не попал. А рулевой «Логана» начал свой пируэт от обочины, за что и был наказан шофером на фургоне. Этот ролик как учебное пособие, которое нужно показывать в автошколах. На улице Профсоюзной гонщик на «Опеле» едва не переехал мужчину. Когда водитель заметил пешехода, то тормозить было уже поздно. В итоге лихач резко повернул налево, а пешеход отпрыгнул на тротуар. Пешеход, всегда будь начеку, зебра отдает право перехода, но не спасает от травм. В Кирово-Чепецком районе очевидцы с детьми удивились смелости зайца. Местному Степашке настолько понравилось релаксировать на дороге, что он до последнего не двигался с места. О, смотри, что там впереди. Зайчик, зайчик. Круто, круто. Видели все? Я никогда не видел зайца так близко. Зайка. Зайка. И на этом у нас все. С вас подписка и лайк. С нас еще больше интересных видеороликов и новостей. Кстати, по этому номеру вы можете нам отправить свои видео. Будьте внимательны и осторожны. И пока.